Плавно входим в осенне-зимний период. Руководители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, а также представители администрации провели совещание, где подвели итоги летней работы коммунальных служб. Теплые месяцы используются для плановых ремонтов и подготовки к отопительному сезону. Все котельные прошли планово-предупредительный ремонт, проведены запланированные ремонтные работы, а также промывка и испытания на прочность сетей теплоснабжения. Запуск отопления – это сложный технологический процесс, и на обеспечение полной подачи отопления всем потребителям с начала момента отопительного сезона проходит до 2 недель. То есть это имеется в виду провоздушивание стояков отопления. Сигнал к включению отопления – устойчивое падение среднесуточной температуры воздуха ниже отметки 8 градусов на протяжении 5 дней. Как отметила Яна Кулина, в случае необходимости школы и детские сады смогут получить тепло и раньше. Александр Иванов, новости «Искровект».